Красная смородина или черная? Уверена, многие сделают выбор в пользу черной. Сладка, ароматно, а лист какой душистый. Ну и у красной смородины очень много очевидных плюсов. Здравствуйте, дорогие друзья! Салат с красной смородиной тоже явный плюс ее использования. Пока еще не время клюквы, почему бы в нашем любимом капустном витаминном варианте на красную смородину не обратить внимания? В ней меньше сахаров, чем в черной, но больше свободных кислот. Она более сочная и не менее витаминосодержательная. А, С, витамин П. Сок ее отлично утоляет жажду, стимулирует аппетит, активизирует пищеварение. Идеально для восстановления сил после длительной болезни и при длительных нервных перегрузках. Однако очень многие считают, что у красной смородины даже по сравнению с черной, более скромные кулинарные возможности. Это неправда. В скандинавских странах ее используют в приготовлении фруктовых супов и пудингов. В Германии – тортов. В безе или заварной крем. Очень вкусно. Ну, а у нас сегодня салат. Капусту нашинковать, соединить с ягодами красной смородины, добавить базилик и сладкий перец. Заправить растительным маслом. Соль, перец по вкусу. Ароматно и аппетитно. И не забудьте красную смородину заморозить. Лучше в один слой, а потом сыпать в пакет. И такой определенно летний салат можно будет приготовить и зимой. Что есть? Приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева.